Всем привет, вы на канале Crypto Commons, и это ньюсблог Крипто в сегодняшнем выпуске. Emergent Fidelity Technologies, компания, сооснователем которой является Сэм Бэнкман-Фрид и бывший исполнительный директор Гэри Вонг, подала заявление о банкротстве согласно главе 11 в эту пятницу. Криптобиржа Bitfinex перевела 8,5 миллионов долларов на адрес консолидации Alameda Research. Дело Крэга Райта против 16 разработчиков биткоина будет отправлено в суд. Российский Сбербанк запускает свою собственную платформу DeFi на базе блокчейна Эфир. MetaMask сообщил о выпуске новых инструментов, обеспечивающих дополнительную конфиденциальность для своего кошелька. Результаты слушаний дела LBRY против SEC. Поднятие ставки ФРС, а также обзор событий, происходящих в ончейн. Эти и другие события криптомира в сегодняшнем выпуске News Blog Crypto. Оставайтесь с нами. Компания Emergent Fidelity Technologies, соучредителем которой является бывший основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид, а также бывший исполнительный директор Гэри Вонг, подала заявление о банкротстве согласно главе 11 в эту пятницу. Emergent Fidelity попала в поле зрения благодаря тому, что обладает 56 миллионами акций брокерской компании Robinhood Markets, стоимость которых на момент закрытия торгов в эту пятницу оценивается в более чем 600 миллионов долларов. Доля в компании Emergent Fidelity принадлежит на 90% Сэму Бэнкману-Фриду, а оставшиеся 10% принадлежат Гэри Вонгу. Криптобиржа Bitfinex перевела 8,5 миллионов долларов на адрес консолидации Alameda Research. На данную транзакцию обратила свое внимание компания по блокчейн-безопасности PackShield. В своем твиттер-аккаунте она уточняет, что всего с адреса Bitfinex было произведено две транзакции, одна из них в USDT на сумму примерно 6,5 миллионов долларов, и вторая в эфире на сумму примерно 2,5 миллиона долларов. И несмотря на то, что причина данной транзакции остается неясной, данные переводы поднимают вопрос о том, каким образом взаимосвязаны эти две компании. Тем временем, Alameda Research пытается навести порядок в своих финансах из-за банкротства ее родительской компании FTX. На прошлой неделе она подала иск компании Voyager Digital на сумму 446 миллионов долларов. Но несмотря на все ее попытки, недавний отчет по ликвидации компании говорит о том, что за первые две недели января компания понесла дополнительные убытки в размере 11,5 миллионов долларов. Дело Крэга Райта против 16 разработчиков биткоина будет отправлено в суд. Слушания ожидаются в начале 2024 года после проведения успешной апелляции. Апелляционный суд Великобритании принял решение о том, что дело Крэга Райта против 16 разработчиков биткоина должно быть отправлено в лондонский суд. Крэг утверждает, что разработчики биткоина должны провести изменение кода протокола для того, чтобы вернуть ему доступ к 111 тысячам биткоинов, находящихся на двух кошельках, приватные ключи которых предположительно были украдены и уничтожены. На одном кошельке, по заявлению Крэга, находится около 80 тысяч биткоинов, которые связывают с взломом биржи MTGOX, японской биржи, расположенной в Токио, взломы которой произошли между 2011 и 2014 годами. Право собственности на эти монеты на самом деле оспаривается. Российский Сбербанк запускает свою собственную децентрализованную финансовую платформу DeFi, основанную на блокчейне Эфир. Российский банковский гигант планирует это сделать в течение ближайших нескольких месяцев. Данная платформа, по заявлению банка, позволит пользователям осуществлять все основные банковские операции, такие как предоставление займов, заем и инвестирование. Сбербанк утверждает, что он планирует сделать самую лучшую DeFi-систему в мире. По заявлению Константина Клименко, руководителя блокчейн-лаборатории Сбербанк, бета-тест платформы уже начался, а коммерческий запуск продукта произойдет в начале апреля. Ведущий криптокошелек MetaMask в ответ на недавние обвинения сообщил о доработке своего продукта и о выпуске новых инструментов, обеспечивающих дополнительную конфиденциальность. Теперь в дополнительных настройках кошелька пользователь может сам выбрать, отправлять ли ему свои личные данные третьим лицам или нет. Данный процесс направлен на предотвращение фишинга и других возможных опасностей. Также в кошельке появилась возможность изменить провайдера по умолчанию. Ранее им была компания Infura. Напоминаем, что в ноябре прошлого года на MetaMask обрушилась масса критики пользователей. Причиной этого стало незаметное обновление политики конфиденциальности, согласно которой третье лицо, партнер компании MetaMask, компания Infura, собирала данные пользователей, такие как IP-адрес, адрес кошелька и осуществляемые транзакции.
закончилось судебное разбирательство проекта LBRY против SEC. Как мы уже и упоминали в предыдущих выпусках, решение по данному делу является ключевым не только для самого проекта LBRY, но и для всего криптомира. Особенно для проекта XRP, который также ведет разбирательство с SEC. Победа данного проекта в споре с SEC является невероятно позитивной новостью для всего криптопространства. Послушаем, что об этом говорит Джордж Танк. Итак, SEC только что проиграла огромное дело против проекта, который называется Library. Если вы не в курсе предыстории, то дело вот в чем. SEC хотела засудить децентрализованную библиотеку, содержащую видео, знания и другую информацию. И все дело в том, что, по мнению SEC, они не только предлагали юридически свой токен, но из-за этого, что по причине SEC было нелегальным, весь проект становился, по мнению SEC, ценной бумагой. И вот почему SEC добивалась закрытия всего проекта. И это невероятные новости, потому что изначально в споре Library проиграла. Они потерпели поражение в деле и сказали, что подошли к концу этой истории и уже почти сдались, но хорошо, что так не произошло. Они подали апелляцию на это решение, а теперь судья прояснил, сказав, что да, SEC их поймала на первичном предложении их токена. Но однако же это не означает, что проект Library сам по себе является ценной бумагой. В итоге проект Library может продолжать осуществлять другие продажи. Например, токен Library, который продается на вторичном рынке. И это просто невероятные новости. Это значит, что Library действительно оштрафовали, и она заплатила штраф за свое первичное предложение токена. Но они могут продолжать свой бизнес, так как они не являются ценной бумагой. И по-прежнему могут осуществлять торговлю своего токена на открытом рынке. И в заключении выпуска о самых важных и интересных событиях ончейн. Согласно данным компании Glassnode, во время последнего медвежьего ралли было ликвидировано позиции шорт даже больше, чем было ликвидировано позиции лонг во время краха FTX. Эта информация, по мнению автора, подчеркивает, насколько оказалось непредсказуемым и сильным данное движение. Говоря о рынке спот, Glassnode подчеркивает следующее. Несмотря на образованное очень сильное медвежье ралли, суммарный баланс биткоинов на биржах не увеличивался. Более того, крупная картина говорит о том, что баланс бирж за последнее время все время сокращается. И несмотря на появление все новых игроков, суммарное количество биткоинов на балансе бирж падает с марта 2020-го. То есть количество свободных в обращении монет постоянно сокращается. Выводы вы можете сделать сами. И на сегодня это все. Мы надеемся, что такая информация была для вас полезной и интересной. Будем признательны за ваш лайк и подписку на канал. Это несложное действие имеет очень большое значение. На этом мы прощаемся с вами и до встречи в следующем выпуске.